Блин. Большой этот жирный дядька бесит. Ты бесишь. Чувствую, на этот раз железный уровень будет сложнее проходить, чем все остальные. Я имею в виду именно эту локацию. Как вас много, а? Какие вы жирные еще вдобавок. Особенно эти. Краснорогатые. Ну опять 25, а? Уверую опять в силу магии. Ладно, дам еще один шанс. Авось прокатит, как обычно. Нужно 270 монет. Я думаю, мы их сейчас быстро раздобудем. Зато мародеры мрут как просто, я не знаю, однохпшные мобы какие-нибудь. Хотя здесь таких в природе нет вообще. Но они мрут именно так. Позорище, короче говоря, полное. Но нужен телепорт. Без телепорта далеко не утащим. Надо было шаманов фигачить, ну ладно. Мы их замедлим. А ну стоять! Не. Пройдут же гады. Многовато их. Все равно пройдут. А может и нет. Но все равно тут плачевное положение довольно-таки. Плющи эти гады. Давайте быстрее уже, а? Вот так вот. Это то, чего я хотел. Might and magic.
Надо было по-хорошему телепорт изучить, ну ладно. Давай. На я верю в телепорты, мы на телепортах можем все что угодно затащить, в принципе. Тут рандом очень широко включается в понятие победы. Поэтому на телепортах, в телепорты я верю. На чем мы можем затащить, так на телепортах. Ну вот правда без этих вот говнюков, которые постоянно спавнят этих дурацких скелетов. За них ничего не дают еще вдобавок. Блин, надо было подождать. Сейчас-то вон киамашная идет. Ну и опять на том же месте спалился. В итоге-то. Опять на том же месте из-за нехватки гребаного. Метеорита гребаного. Так, ладно, давайте. Я уверовал в силу паладинов отныне. Не подведите меня. Иначе это будет позорно. Что-то они как-то не особо силу проявляют. Скорее заторможенность, нежели силу. Ладно, черти, пусть будет так. Надо сюда, что ли, солдатов поставить, наверное. Или сюда, наоборот, магические пушки пустить. Вот это вот мысль, сюда поставить магические пушки. Так, сейчас мы не потратились впустую. Это уже хорошо. Это уже по-другому. Уже признак чего-то. Что-то изменилось, по крайней мере. И может быть, это изменение приведет нас к победе. А может и нет. Вот, на горгулях я использую все время метеорит. Много-много чертей слишком, много. Ну
Ладно, опять детский сад. Включаем. Но меня больше беспокоят вот эти вот скелеты. И горгульи, которых мы так и не добили пока что. Спокойно, спокойно. Спокуха, братуха. Вот, 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 подходит тот момент. Подходит момент, подходит, 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 подходит. И вот тот момент, когда я должен использовать эту силу. Эта сила ни хрена не сработала. Ну ладно. Окей. Использовал силу, а силы оказалось слишком мало. Ну так бывает, да, да, да. Блин. Чего же не хватает-то, а? Ведь хрен поймешь. Так, ладно, значит, здесь нужны магические башни. Отсюда идет всякая ересь. Скелеты. Против них хорошо опять-таки действуют магические башни. Но отсюда идут говнюки с красным цветом кожи. А, отсюда еще пойдут некроманты. Все это как-то не очень. Ладно, посмотрим, попробуем. Допустим, так. Допустим, так. Нет, давайте сюда его. На все-то все равно не хватит. Вот в чем прикол. На все, что я хочу. Но зато мародеров станет меньше. Вот отсюда уже прутся серьезные ребята. Ладно, посмотрим, как оно будет. Но уже, по-моему, сейчас такой давки нету.